Башкирия вошла в топ-10 регионов страны по объему выданных кредитов в 2016 году. Рейтинг составило Объединенное кредитное бюро. Наш регион расположился на 6-м месте. По итогам прошлого года кредитные организации, представленные на территории республики, выдали 108 миллиардов 800 миллионов рублей. Это больше на 15% по объему и количеству кредитов по сравнению с 2015 годом. Всего по России банки выдали более 25 миллионов новых кредитов, общим объемом более 3 триллионов рублей. Объемы выросли на 28%, количество на 14%. На первую десятку регионов пришлось порядка 45% всех выданных займов. В денежном выражении это 51% всех выдач. Традиционно лидируют Москва и Московская область. На втором месте по объемам выдач Санкт-Петербург и Ленинградская область. Замыкает тройку Тюменская область. Также в десятку наиболее кредитно активных регионов вошли Свердловская область, Краснодарский край и Татарстан.